товарищи, с пятницы всех, с началом каникул, вторых осенних. В Подмосковье каникулы начинаются, и сегодня у нас выпал снег. Но это ненадолго, к выходным до плюс 6 обещают. Время, час дня, через час мне Алису забирать из школы, потому что сегодня они вышли очень рано учиться, в 11. Вот, и у них всего 3 урока, а Кирюха... Кирюшка сегодня вообще не учился, сходил там на мероприятие какой-то капустник на 1,5 часа и вернулся домой. Ну а мы с мужем уже вернулись с рынка, из магазина Чижик. На рынке мы купили вот такие мини-эклерчики. Они со сгущенкой, покупаем уже не первый раз, и не второй, и не третий, к чаю. Так, вот тут такие булочки с кремом и с изюмом. Это домой, а это мы поедем на дачу, наверное, на каникулы, поэтому берем с собой продукты. Продолжаем покупки с рынка. Помидоры. Хочу сделать помидоры с чесноком и сыром. Кусочек отменного соленого сала. Сверху там чесночок. Посмотрите, какое оно красивое. Здесь прослоечка мраморная, здесь мясо. Отличный кусочек. Ой, слюни текут. Сосиски детям возьмем с собой. Колбаску тоже вот такая с сыром. Швейцарская какая-то, мы ее всегда берем. Ну, небольшой кусок возьмем с собой. Масло берем, морозилку кину. И здесь у нас 1,5 килограмма где-то свинины. Нет, 2 килограмма свинины. Это у нас мякоть без жира, без всего. Это на шашлык буду мариновать. Кусочек сыра для помидор. Вот такой каравай взяли у нас на рынке, свеженький, вместо батона, надоел батон, вот хочу каравай. Я еще в прошлый раз его присмотрела. Так, ну и здесь у нас картошка, дома нет ни одной картошины, нет лука. Так, дальше магазин Чижик у нас, доширак детям беру всегда, на всякий случай, они его любят. И, в общем-то, особо мясо они не едят, так, в общем, вместо супа. Чечил 2 пачки. Так, муж опять взял в Чижике вот такой просекко, 2 бутылки, 700 рублей, бутылочка, так, дальше, печенье к чаю земляника, вкусное, дальше беру слоеное тесто, как всегда, сегодня буду делать пирог с фаршем и с картофелем, 2 пачки, 1 останется в морозилке, 1 я использую, детям сок. Вот такой сыр адыгейский. Хочу сделать тоже салат. Смотрите, режете помидоры, адыгейский сыр. Что еще? Петрушка, соль, сметана. Ой, как это будет вкусно. Можно с маслом, конечно, оливковым. Очень вкусно и просто. Так, детям шампунь в Чижике взяла. У нас такой сейчас как раз заканчивается. Меня устраивает. 109 рублей он стоит. Так, минералки взяли последнюю бутылку, 1,5 литра. Сыш, наша любимая. Так. Ну и, в общем-то, все. Здесь лук, соки, еще такая же пачка печенья и еще одна бутылочка просекко. Все берем с собой. У нас начались каникулы, неделя, ну плюс еще 2 выходных. Вот, едем мы на дачу. Будем там гулять на свежем воздухе, на природе. Будем жарить шашлык. Вкусно кушать, проводить время. Так. Ну, а сейчас к нам приезжал курьер. Муж взял в аренду приставку. Взял в игровую приставку. 10 дней 5000. 2 джойстика. О, боже. Какая это приставка. Я даже понятия не имею. Короче, он хотел такую купить. Она стоит 50 тысяч. Хочет поиграть, посмотреть, нужна ли ему такая приставка. На даче есть телевизор большой. Вот, как бы, в общем, он планирует там играть. Пусть отдыхает, расслабляется, очень устал. Вот, а я буду там с детьми в баньке мыться и гулять. Мне нужен свежий воздух, потому что вот в такую серость в городе я не могу. У меня нет сил ни встать, ни что-то делать. Мне нужен воздух или хотя бы природа вокруг. Вот, так что такие дела. Буду сегодня готовить весь день. Сделаю пирог, замариную мясо. Плюс у меня нет ни обеда, ни ужина. Нет, обед у меня есть, кстати. Гречка с куриными домашними наггетсами.
Вот, на вечер хочу замариновать стейки с картошечкой в духовочку. Так что вот такие вот планы. Еще надо Алису забрать из школы. Так, всем хороших выходных. PlayStation 5 это называется. Кто у нас будет? Зомбаки? Зомбаки. Футбол ты не играешь, да? Ты любишь какие-то... Какие? Ходилки, бродилки? Или зомби. Ой, там этот был. Пасьянс, вот этот я хочу поиграть. Так, мясо с картошкой в духовке. Шашлык замаринован. Мариную обычно специи для шашлыка. Лука много. Половину лука я еще толчу. Как бы измельчаю, чтобы он дал сок. Соль и минералка. Все. Ставим в холодильник до завтра. Так, у меня сегодня еще маникюр. 13 числа у меня был ровно месяц, сегодня 15, вот иду на ногти, и то я могла бы походить, но так как на каникулы уезжаем, сильно уже длинные, ничего у меня не отваливается, ничего не крошится, не отслаивается, я очень довольна. Пойду уже, какой, третий раз, наверное, да, третий или четвертый. Не знаю, что буду делать, никогда не знаю, даже если что-то знаю, все равно потом на месте меняю свое решение, в общем. Посмотрим. У нас начались каникулы, Алиса круглая отличница, первый триместр закончен. Все пятерочки. Молодец. Так, картошечка запеклась с мяском. Сейчас будем ужинать. Все уже сходили на теннис, я сходила на маникюр. У меня новые серые с блесточками ногти. Под грязь на улице. Под клеенку, под шторы. Вот такой маникюр. 1700 рублей он сейчас стоит. Полтора часа. Все отлично, я довольна. Решающий третий вопрос. Саш. Ну что, ребята, каникулы вторые за осень. 5 недель мы учимся, неделю отдыхаем. Такое расписание только в Подмосковье, поэтому все удивляются, какие каникулы. Опять каникулы? Почему каникулы? Да? Даже в Москве нет такого. Ну, а мы отправляемся на дачу. Сегодня суббота. Суббота. Весь снег уже растаял, конечно, мокро, сыро, грязненько и уныло. Поэтому делать во дворе нечего, все мокрое. Дома делать нечего. Потому что все мокрое. Дом тоже все мокрое и грязное. Поедем. Поэтому мы поедем наводить срач в другом месте. Да? Или порядок. Так, набрали одежды, игрушек. Ехали, мы ехали и приехали. Каникулы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я в школу не пойду. Так, ну что, теперь мы разгребаем сумки. Наша новая скатерть, да, которую мы подарили, да, на новоселье. Такую скатерть. Муха. Муха летает. Так, сейчас будем кормить детей. А еще тут даже мышка ходит. Thank you.
Деревенские забавы. Палочка. Так, всем привет. Смена у плиты закончена. Отправляемся дышать свежим воздухом. Сегодня моросит. Очень влажно. Вышли погулять. Идем к речке снова. Что-то наподобие мелкого дождя. Или как будто туман. Хотя по прогнозу никаких осадков нет. Завтраком всех накормила. Суп сварила. Порядок. Сейчас мы нагуляемся. Нагуляем аппетит. Поедим горячие ухи. И пойдем по-фински. Да, и потом пойдем в баньку сходим. Хочу днем, не в темноту, чтобы она не сильно горячая была, а то дети не зайдут. А такие люди зайдут. У нас здесь по-прежнему, видите, зеленые газоны, лето. Но осенний пейзаж. Так что у нас сегодня по плану баня. Так, а завтра у нас нарисовалось нежданно-негаданное мероприятие, которое мы планировали, но мы не смогли купить билеты на него, потому что билетов не было. А вчера мы зашли на сайт и случайно увидели, что освободилось 21 штука билетов в Клин, в музей новогодней игрушки. Завтра день рождения Деда Мороза. Пообедали бобры, поточили зубки свои. А сейчас еще полетит. Хочется увидеть только бобров. Здесь у них такая заводь. Ой, прекрасная. Сейчас, вон там шезлонги иду. Стоят. Ну, погода, конечно, могла бы быть и лучше, но и то хорошо. В следующий раз мы уже сюда поплывет. Приедем на Новый год. Пойдем, Кирюш. Сейчас каникулы, и потом только уже новогодние каникулы будут. Поэтому здесь мы уже будем зимой на Новый год. Надеюсь, будет снег. Вот. Качели так качаются на ветру, как в фильме ужасов. Кирюх, смотри, привидения качаются на качели. Вот мы вообще не вредные. Мы пока сидели и дождались. Солнышко даже вышло. Чуть-чуть. Сразу вода так блестит красиво. Господи, Кирюша, ты меня пугаешь. Я так боюсь, когда вы кидаете туда что-то. Алис, тебе больше. О, красиво. Близко нельзя подходить. Гол. Нет, давай еще раз. Кирилл, один. Thank you.